Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Строй Гарант Анапа». Сегодня мы вновь находимся с вами в коттеджном поселке Морской, где хочу познакомить вас с очередными клиентами. Это Алексей Петрович и Людмила Александровна. Очень приятно. Людмила Александровна, Алексей Петрович, можете рассказать маленько о себе? Ну, мы проживаем все, приехали из Калининградской области. Мы выбрали дом этот уже давно, подсмотрели на YouTube. Какая квадратура? 125. Нам очень понравился, потому что у нас много внуков и будут приезжать к нам в гости. Ну и родственники же у нас есть и в Белоруссии, поэтому ждем их всех в гости. Поэтому выбрали дом 125, понравилось нам все, и планировка, ну и вообще весь дом, посмотрите, какой красивый. А чем занимались у себя, почему решили переехать? Мы преподаватели. И почему решили переехать? Потому что мы хотим потеплее. У нас в Калининградской области очень сыро и влажно, и там лето у нас только 3 месяца. Остальное все так, знаете, как осень, весна, и небо, солнце бывает очень мало, только в летние месяцы. А так затяжное все небо в тучах. А здесь мы увидели на YouTube, что тут в Анапе. Ну, вообще, Анапа – это город-курорт, поэтому здесь даже не нужно ничего-то говорить. Конечно же, думали и о застройщике, смотрели несколько застройщиков, но более надежным – это «Стройгарант Анапа». Ну и, соответственно, когда приехали сюда, сразу же у меня были такие мысли – работать только с этим застройщиком по приобретению дома, по строительству дома. И не ошиблись, потому что мы приезжаем уже сюда не первый раз. У нас сдача в начале следующего года, 2020-го. И, конечно же, сегодня я просмотрел, что сделано на этот момент, даже больше, чем планировалось. И дальше мы рассказали, как будем уже делать, какой ламинат выберем, какие межкомнатные двери. Внутреннюю отделку, в общем, да? То есть полностью внутреннюю отделку. Пока мне все очень понравилось, как сделано строителями. Многие наши подписчики тоже смотрят также из других городов. Есть, может быть, какое-то волнение. Было ли у вас волнение по поводу выбора, переезда и заключения договора? Не было. Волнений никаких. Ну, я более оптимистично относился. То есть, спокойно. Но что мне понравилось, это организация строительная нам дала возможность частями оплачивать строительство дома. Только вот сегодня мы закончили почти оплату дома. Осталось совсем немножко, но и, соответственно, работ осталось тоже не так уже много. Значит, «Стройгарант Анапа» пошла вам на уступки и полностью сделала такую как бы рассрочку в течение года, как понимаю, так? Да, в течение года даже немножко больше. Какие-то, может быть, заминки, какие-то, может быть, проблемы, еще какая-то ситуация была в момент строительства, в момент каких-то заключений договоров или еще никаких, на этапе стройки? Никаких. Все в вашей компании замечательные люди, общительные, ну, в общем, вызывают доверие, и это все оправдалось. Тем более, что мы даже будем остаток денег пересылать, скорее всего, дистанционно. Да, дистанционно, поэтому. Тем, кто смотрит, я очень благодарна тем, кто смотрит наш выпуск, что можете, может быть, пожелать, сказать по поводу? Что собирайтесь и в путь, и без всяких сомнений, потому что компания – это здорово. Мы выбирали, думали сначала Анапа Инвестстрой, но все-таки посмотрели вот этот поселок, и это все, это мечта, это мечта. Что вам здесь понравилось именно в нашем коттеджном поселке Морской? Ну, во-первых, для вас газ, это основное, газ, свет, вода. Вода идет из Анапы, централизованно, поэтому и газ сейчас, ну, в общем, все. Интернет здесь, ну, я не знаю даже, что человеку нужно, солнце и вот эти все. Здесь будет еще и аптека, и магазины, и Цибанабалка. Мы сегодня шли немножко вот здесь. Километр? Да, меньше даже километра. От остановки прошли так, тихонечко, без проблем. Как вам земельный участок? Маленький, большой или в самый раз? 6,5 соток думаю, все-таки? Мы 30 лет занимаемся землей, поэтому мне нравится вот эта черная земля, я от нее без ума. И поэтому, я думаю, оправдает все мои надежды. И... Ну, это все уберется, конечно, где мы стоим, все это. Но я думаю, что чуть-чуть еще подвезем земельки сверху, если кто как хочет. Наша компания перед вами сроки строительства до какого числа поставила сдать?
До 1 января, согласно договору, дом будет нам сдан до 1 января, но мы его будем принимать немножко позже, я договорился. С компанией опять она пошла навстречу в связи с тем, что работаем, и не всегда есть возможность приехать в то время, когда необходимо этой строительной компании. Поэтому они нам опять же пошли навстречу, и мы приедем, как нам будет возможность. Это в марте, как понял, да? Работает. Да. Тогда, друзья, будьте с нами. В марте мы будем принимать с Алексеем и Людмилой вот этот прекрасный дом вместе с вами. Поэтому оставайтесь, следите за нашими новостями. Всем пока, до новых встреч. Пока.